В полном составе Олимпийская сборная России по греко-римской борьбе проводит усиленную подготовку. По традиции готовится к крупным турнирам на спортивной базе отеля «Весна». На тренировке никто из спортсменов себя не жалеет. Ставки высоки. Участие на чемпионате Европы в финском городе Ванта. Как всегда, отель «Весна» предоставил национальной сборной по греко-римской борьбе все условия для качественных, а главное, удобных тренировок. Борцы успели оценить новый комплекс. Теперь в их распоряжении сауны и массажные кабинеты. Вот как раз вчера у нас был выходной, как бы бальный день, посмотрели, довольно очень красиво, профессионально сделано, учитывая, что иногда здесь несколько команд приезжают, по крайней мере дискомфорта не будет, и спортсмены будут чувствовать себя хорошо, потому что также, когда будут хорошо тренироваться, также надо будет хорошо восстанавливаться. И вот этот комплекс, который построили, ну, довольно грамотно и профессионально сделано. На чемпионате Европы сборная будет представлена в 8 весовых категориях. В домашних отборочных схватках определятся имена спортсменов, которые поедут в Финляндию. Уровень сборной России очень высокий, поэтому выиграть бой за путевку на турнир у товарищей по команде порой сложнее, чем завоевать золото на самом турнире. Отобраться на тот или иной чемпионат международный бывало сложнее. Опять-таки, я повторюсь, потому что очень здоровая конкуренция, очень хорошая конкуренция. И поэтому у нас в стране отбор проходит намного жестче, чем, скажем так, в европейских других странах. В Финляндию греко-римцы прилетят на смену сборной по вольной борьбе, которая будет выступать с 1 по 4 апреля. Эти спортсмены вступят в бой 5 числа. Тренер поставил задачу выиграть все золото. Борцы пообещали сделать все возможное. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.